Велимир Хлебников – уникальное явление в русской культуре. Поэт, мыслитель, математик, орнитолог. Он во многом опередил свое время. Его гениальные произведения не укладывались в рамки современной ему науки, искусства и литературы. До сих пор изучается его творческое наследие, оспариваются те или иные утверждения. В 2012 году был создан Хлебниковский фестиваль «Ладомир», который проводится в Казани и Елабуге. Основатель фестиваля – российский поэт, заслуженный деятель искусства Татарстана Лилия Газизова. Литературный процесс сильно отличается от процесса, который был, допустим, 30 лет назад, ну, скажем, в советское время. Литературная жизнь бурлила, кипела вокруг союзов писателей. В современное время союзы писателей сильно измельчали, будем так говорить, и они не определяют литературу. Литература более вольнолюбивая, литература не нуждается в берегах. И вот литературные фестивали – это одна из форм творческой активности. Поэтический фестиваль посетили почетные гости, среди них консул Венгрии в Казани Ласло Дароци и первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Эльвира Камалова. Хлебниковский фестиваль буквально объединил поэтов со всей России. Здесь и современные поэты Казани также приехали прочесть свои стихи и встретиться с единомышленниками с Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Тарту. И страх от ветра пошедших в пляс, из лужи, из глины сырой, Господь слепил тебя первый раз, а я люблю во второй. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.